101 миллиард тенге выделено из государственного бюджета на антикризисные меры в рамках программы «Нурлы жол». Об этом в ходе пленарного заседания в Сенате парламента сообщил министр национальной экономики Ерболат Досаев. Еще 30 миллиардов будут направлены на социальные проекты развития инфраструктуры и защиты внутреннего рынка. Какие еще расходы предусмотрены в проекте республиканского бюджета в материале Амины Абдрахмановой? Депутаты Сената парламента утвердили изменения, внесенные в проект республиканского бюджета на ближайшие 2 года. Таким образом, 101 миллиард тенге решено направить на антикризисные меры в рамках программы «Нурлы жол». Еще 30 миллиардов из нацфонда на развитие социальной инфраструктуры, строительство объектов образования, в частности, на ликвидацию трехсменного обучения и ремонт аварийных школ. Бизнес на холкартасы. 71 миллиард тенге путем переноса средств, предусмотренных в 2016 году из нацфонда на софинансирование проектов МФО, модернизацию ЖКХ, строительство автодорог и арендного жилья, направить на поддержку АПК 20 миллиардов тенге, подведение инфраструктуры для проектов в рамках дорожной карты бизнеса 2020 – 10 миллиардов тенге. Кроме этого, предусмотренные 250 миллиардов тенге на дополнительную капитализацию фонда проблемных кредитов будут включены в резерв правительства. В целом, расходы республиканского бюджета на этот год превысят 7 триллионов 244 миллиарда тенге. Это на 610 миллиардов меньше, чем в утвержденном ранее документе. С учетом уменьшения ВВП и импорта, доходы казны при цене на нефть $50 за баррель составят 3 триллиона 219 миллиардов тенге. При этом правительством разработаны прогнозы развития экономики республики при цене на нефть в $30, но это при худшем сценарии. Проект республиканского бюджета включает дополнение по реализации программы «Нурлы жол». Таким образом, законопроект включает 2 основных направления. Первое – со снижением прогноза доходов поддержания баланса республиканского бюджета. Второе – за счет резервов нацфонда через реализацию программы «Нурлы жол» стимулировать рост экономики. По прогнозам Национального банка, объем экспорта в этом году снизится на 44% до 43,5 миллиардов долларов, а импорт снизится на 21% до 34 миллиардов тенге. Сейчас документ направлен на подпись главе государства. Амина Абдрахманова, Баужан Кажаканов, телеканал Алматы.